Всем привет, народ! С вами Иван Кожей, и у нас сегодня обзор новинки от Pepsi. В Метро надыбал я вот такую бутылочку. Называется это все дело Pepsi Pina Colada. Вот. Нашел бутылку объемом 0,5 литра и обошлась на нее 14 гривен 50 копеек. Ну, собственно, на этикеточку нанесен у нас кокос, да, и ананас. То есть я так предполагаю, что вот такой тропический вкус должен сопутствовать вот этой Пепси Коля. Вот, ну давайте попробуем, как оно будет на вкус. Да, кстати, про эту новиночку я уже ее купил, но тем не менее я уже вижу комментарии. Сегодня первым написал про эту новинку в комментах Николас. Спасибо тебе большое. И спасибо вообще всем зрителям, которые пишут не только комменты, ставят лайки и смотрят видосы, но еще респект тем, кто пишет в комментах новиночки, которые появились в продаже. Ну, по запаху чувствуется Пепси в первую очередь, и есть, да, какая-то вот смесь такая, ну, приятный запах, приятный, что говорить, вот, но не знаю, вот, похоже ли на Пина Коладу, потому что Пепси все-таки забивает в большей степени все. Приятная Пепси, реально приятная. То есть, наверное, до самой вкусной, ну, по крайней мере, для меня Пепси Wild Cherry, да, дикая вишня, вот, именно по вкусноте этот вкус не дотягивает, но он один из самых приятных, наверное. Такое нежное сочетание. Пепси и кокоса, наверное, в первую очередь. Да, и ананас чувствуется. То есть, знаете, вот именно ощущение, что ты пьешь Пепси, вот подправленную этими двумя вкусами. Вот они не очень мощные, да, то есть Пепси преобладает, вот, но тем не менее они вот, знаете, как хорошо гармонируют, то есть не портят вкус Пепси, не оспаривают его, да, и получилось действительно хорошее сочетание. То есть это не вот Пепси и цитрусы, да, там лайм какой-нибудь или еще что-нибудь. Вот это было не очень. Вот этот вкус очень приятен. Прикольно. Четкое послевкусие. Именно четкое послевкусие и даже когда ты выпил, у тебя все равно такое ощущение, что вкус и запах еще надолго остается во рту. Прикольно. Я уже сейчас готов рекомендовать этот напиток. И по 10-бальной системе я поставлю ему 8 из 10. То есть это прикольный напиток. Это он не самый лучший. Он не самый лучший, возможно, даже кому-то не понравится, не исключаю этого. Я надеюсь, вы об этом напишите в комментариях, пробовали ли вы данную Пепси и понравилось ли вам. Вот. Но то, что оценка высокая и то, что это стоит попробовать и многим зайдет, я уверен. Ну, мне нравится, что вот действительно они угадали с пропорцией, типа. То есть это вот как дополнительные вкусы к основному вкусу Пепси. То есть ты вроде бы как бы пьешь и обычную Пепси, и при этом есть какая-то изюминка новая, необычная, да, и неплохо гармонирующая с этим всем. Однозначно ищите это в магазах и попробуйте. Рекомендую. Ну, в принципе, 0,5 за один раз приварить прям на изи можно. Народ, у меня на этом все. Большое спасибо всем за просмотр. Не забывайте поддерживать данное видео лайком. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. До новых встреч. Всем пока.